Всем добрый день. Начнем сначала. Вот такой львиный зев я посеяла весной на рассаду. Затем рассадила я в основном их по горшочкам и кашпо. И все лето, весь июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, да, до ноября почти месяца львиный зев у меня цвел на улице, на клумбах. Вот все абсолютно расцветки, которые здесь указаны, все присутствуют как бы вот в этом ассортименте. Ну вот сейчас ноябрь у нас, начало ноября, продолжает он у меня расти. И несколько как бы горшочков кашпо я забрала в комнату. Вот он пережил заморозки даже до минус 5 на улице у нас. Холодостойкий. Вот так сейчас у меня продолжает цвести львиный зев на подоконнике. Посмотрите, какая прелесть. Я его не пересаживала, оставила в тех же горшочках. Единственное, что я досыпала питательный грунт сюда. Грунт можно добавить любой, у меня универсальный, можно для цветов, для рассады, любой грунт. Это второй горшочек, здесь даже образовались семена, соберу их обязательно. И вот смотрите, это уже появились такого цвета персикового еще цветы. Распустились и радуют глаз наши еще осенью глубокой. Представьте, какая красота. Этот львиный зев низкорослый, поэтому больших кустов не образует. Еще колеусы я оставила здесь в горшочке, он был высажен. Немножечко его вверху прищипнула, и вот он пускает листики там дополнительные. Уберу еще цветочки, я думаю, будет расти. Ну, попробую собрать семена. Честно говоря, не знаю, уже вызрели они или нет, но попробую собрать. Горшки я поставила на западное окно, где солнышко во второй половине дня. Но пока ему достаточно, потому что на южной стороне очень яркое солнце у нас в солнечные дни, и цветам сложно здесь как-то чувствовать себя комфортно. Вот такой эксперимент, друзья. На этом все. Всем желаю всего доброго. До свидания.